для реализации такого проекта у нас все есть. В городе есть отличные, талантливые дизайнеры, есть мастера кузнечного дела. В свою очередь мы, компания «Метинвест» и «Центральный ГОК», готовы обеспечить реализацию этого проекта. 1,5 миллиона гривен на это выделяем. Ну и, конечно, в случае успешной реализации, я думаю, что аллея кованых фигур может стать еще одной визиткой нашего красивого города.